50 лет трудится в 5-м листопрокатном цехе Александр Мамин. За это время он успел изучить не одну специальность и сейчас работает аппаратчиком установки нейтрального газа. За заслуги в области металлургии и верность выбранному делу Александру Николаевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Каким был его трудовой путь, узнавал Павел Дрысенев. Это термический участок 5-го листопрокатного цеха. Здесь установлены 255 печей. В них происходит отжиг рулонов, которые исходят со стана холодной прокатки. Чтобы при нагреве металл не окислялся, подается специальная азотно-водородная защитная атмосфера, так называемый нейтральный газ. Александр Мамин как раз работает на установке по его производству. На этом агрегате сначала сжигается природный газ, продукты горения проходят через холодильники, конвертер, и на выходе получается газ с необходимыми параметрами. Должно быть водород 7-8%, кислороду не более 0,005%, СО2 0,2 и СО 0,2. Остальное азотная атмосфера. Но чтобы полученный защитный газ отвечал необходимым характеристикам, этот процесс нужно постоянно контролировать при помощи специальных приборов. На участке установлено 5 таких агрегатов, 3 из них находятся все время в работе. Производительность каждой установки 800 кубических метров в час. Одно из ведущих мест среди аппаратчиков занимает именно по знаниям, по передаче своих знаний молодежи. Ответственный работник. Обучил много аппаратчиков установки нейтрального газа, которые сейчас работают и выполняют определенные функции. Александр Мамин прекрасно знает работу всего цеха. На ЛПЦ-5 пришел еще в 1971 году и сначала работал оператором на агрегате поперечной резки номер 1 на стане горячей прокатки. Деньги зарабатывали. И отгрузка, и она же шла по всему миру, по всему шарику этот металл шел. И по России, и за границу. Всю Европу обеспечивали, Китай, даже в Кубу по морскому пути шел этот наш металл. Однако в 1990 году от горячей прокатки в ЛПЦ-5 решили отказаться, и Александр Николаевич перешел на термический участок, где и трудится по сей день. 50 лет на производстве. За полвека он застал разные времена. Были времена, когда был развал 85-й и, получается, до 95-й. Пока Виктор Филиппович не организовал, как говорится, комбинат, и порядок навели, и комбинат заработал. На вопрос, что бы вы изменили в своей жизни, оглядываясь назад, Александр Мамин, не раздумывая, отвечает – ничего. Звание заслуженного металлурга Российской Федерации – достойное завершение трудового пути. В этом году Александр Николаевич уходит на пенсию. Когда-то надо все равно заканчивать свой, надо отдыхать. Заслуженный металлург, надо уходить на заслуженный отдых. Павел Берсенев, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.